эксцентриссимо. Все мы представляем миллионеров, без конца нежащимися на солнце. Они любят лениться, спать, есть, греться, в общем, пребывать в комфорте. Но выросло уже новое поколение богачей, им нужен другой отдых. Толпы богатых туристов теперь атакуют Северный полюс. Почти 2 миллиона рублей за 11-дневный тур берут агентства и не гарантируют беззаботного путешествия с немыслимыми простому человеку удобствами. Вместо чартеров – вертолеты до Мурманска, вместо круизного лайнера – атомный ледокол, морская болезнь и вооруженная охрана в качестве постоянных спутников и скука. Тренажерный зал, уроки рисования и лекции по геологии. Вот чем занимаются в арктическом путешествии. В одну сторону 5 дней и обратно столько же. Привозят на память домой краснощекие селфи со льдом на фоне. Везунчики могут запечатлеть моржа. Самым смелым позволят искупаться в воде с температурой 1,5 градуса и запомнить это на всю жизнь. Сезон путешествий длится всего 2 месяца в году. Кроме июля и августа больше никогда ни за какие деньги к полюсу туристов не повезут. Все же о здоровье кошельков заботятся. Эксцентриссимо.